Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Yumidigi A3 включить таймер в камере. Заходим в камеру. Далее нажимаем настройки, автоспуск и выбираем 2 секунды либо же 10 секунд. Давайте проверим сначала 2 секунды. Как видите, у нас здесь написано 2 секунды. И давайте изменим на 10 секунд. Как видите, таймер работает. Чтобы таймер отключить, нажимаем автоспуск и выкл. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!